Декоративное панно, посвященное 300-летию воссоединения Украины с Россией, выполнено в 1953 году в технике фрески. В 2010 году аварийное состояние торцевой стены центрального зала станции, на которой располагалось панно, привело к его обрушению. Оставшиеся фрагменты, менее 10%, не подлежали восстановлению. Первоначальная композиция фрески была определена в ходе реставрации 2011-2013 годов. Фотография 1954 года из фондов музея имени Щусева свидетельствовала о том, что в 20 веке общая композиция, ее отдельные элементы и колорит подверглись значительным изменениям. Специалистами была разработана специальная методика спасения шедевра. Предварительным этапом стало создание в мастерской условий, идентичным условиям метрополитена. В ней художниками было написано полотно на картоне в натуральную величину. Вот один в один было принято решение, что этот картон будет разрезаться на фрагменты и переноситься здесь на стену. Отхода практически не было. То есть у нас люди работали практически носом к стене. Условия работы совершенно были невозможными, потому что там находится внизу вентиляция, оттуда шел холодный воздух, они здесь мерзли. В течение года. Скрупулезно, говорю, сантиметр за сантиметром они перенесли этот картон. Это просто идеально. Роспись выполнена в уникальной и сложной технике силикатными красками. Художниками-реставраторами проведена большая работа по воссозданию образов счастливых советских людей. В процессе проведенных реставрационных работ на панно возвращены персонажи, утерянные при поновлениях 80-х годов 20 века. Старик в центре композиции и казачок заняли свое законное место. Воссоздан яркий колорит отдельных фигур и общий фон в виде неба, вызолоченного сусальным золотом, что придает всей станции торжественный вид.